Мы на выставке CPM-2019, и с нами очаровательная гостья Амина из Карачаева-Черкесии. Ну, расскажите, что вы производите? Здравствуйте, мы производим женскую одежду из трикотажа и также швейную продукцию. А чем уникально ваше производство? Оно уникально тем, что мы базируемся на фабрике, которая осуществляет полный цикл переработки материала от грязной шерсти до готового трикотажного изделия. То есть одежда в основном теплая, которая греет суровую нашу московскую зиму, да? Как девушки ощущают себя в вашей одежде? Они ощущают себя комфортно, им тепло, но в то же время не жарко, потому что все материалы, которые мы используем, это натуральные материалы, это шерсть, которая также завозится из региона и перерабатывается там же. Спасибо большое и хорошего вам дня!